Политическая партия «Наш край» – сравнительно молодая политическая сила. Однако, несмотря на юный возраст, неопытной ее назвать нельзя. Партия объединяет хозяйственников, городских и поселковых голов, людей дела, региональных лидеров, которым доверяют избиратели. Лишнее тому доказательство – итоги прошедших местных выборов, на которых «Наш край» добился результатов. 13 декабря на форуме партии «Наш край» были подведены итоги года и определены направления работы на будущее. Лидер партии, народный депутат Украины Антон Кіссе, выступая с трибуны, предупредил однопартийцев. «Наш край нарастил мускулы, а значит, к нему будут присматриваться оппоненты. Будут новые вызовы. Поэтому будет сложнее оправдывать доверие избирателей. Однако с выбранного пути сворачивать нельзя. Это главная задача для более чем 3000 партийцев только в Одесской области». 453 кандидата, которые шли от партии в городские и сельские советы, из них 62% стали победителями и получили мандаты соответствующего уровня совета. Результат по стране и области, как я уже отметил, еще раз подчеркиваю, он вам известен. Он признан всеми аналитиками как неожиданно успешный. Мы прошли в 11 городских советов и 19 районных советов области. У нас фракция в составе 8 депутатов областного совета. Это, я считаю, что очень большие результаты. А насчет планов на будущее – работать, работать и еще раз работать. Приоритет – это социальное благополучие жителей Одещины и дороги, инфраструктуры. Для нас нет разницы, с какой он партии. Для нас есть только одна позиция – эффективность работы на благо региона, во благо избирателей, выполнение тех задач, тех обязательств, которые декларировались. В будущем перед парламентскими выборами необходимо провести консультации с каждой низовой партийной ячейкой. Для каждой парторганизации определить будущие задачи и поручения. Самое главное – это умудриться пройти партийную предвыборную, вернее, кампанию, не испачкавшись. То есть это, по-моему, это впервые за историю, так сказать, Украины так подобная ситуация есть. Так сказать, второе важное – это то, что создан плацдарм для реализации тех идеи, которые заложены в создании этой партии, то есть развитие, собственно, региональной идентичности, региональной культуры, региональной свободы. Общество созрело к тому, что нужны новые люди, нужны новые политики. Однозначно люди ищут и ждут людей, которые придут и будут выполнять свои обещания, и будут реализовывать какие-то программы. Я видел это неоднократно на встречах с избирателями. То есть они слушают, они видят, они понимают, они чувствуют людей. Мы видим результаты своей работы, мы видим приток кадров, квалифицированных кадров. Мы видим, что к нам идут молодые люди, и это дает нам уверенность в том, что мы имеем будущее. Я верю в будущее политической силы. Я верю в том, что эта политическая сила воспользуется своим шансом быть парламентской политической силой. Приоритет на будущее у партии «Наш край» – работа на благо своих избирателей. А учитывая самое широкое представительство партии на всех уровнях и во всех ветвях власти, а также открытость и доступность, украинцы, отдавшие голоса за «Наш край», могут быть спокойны. Их интересы надежно защищены.